Нам вот что слушателю пишет, та-та-та-та-та, сейчас скажу. Он просит, он никогда в жизни не слышал ничего на литовском языке. Вот понял сейчас, что никогда не слышал на литовском. Можно ли что-то на литовском? Из нашего приложения отправлено без подписи, к сожалению. На литовском, то есть песню? Ну да. Ну да. Ох-охо, я как-то... Так называется эта песня. Это литовский шансон, я виновата. Песня рыбаков из Поневежица, да. Да, надо сейчас только придумать что-то мне. Да, ну это старенькая песня, значит, называется «Нерамёс мергайтас дына». Это значит, песня, означает песня тревожной девочки. Она как бы вот там все рассказывает, mm-hmm. она просит все там. Тебе будет интересно, Мария. Да, ну это так. Сейчас вникнем, подождите. Да. Алина Орлова этим вечером у нас в студии. Слушай, ну правда, тревожные девушки. Тревожные.